пусть все знают, что я люблю мясо. Да, ребята, у нас сегодня забой свина. Васечка кабачок вырос. И вот скоро будет у меня в холодильнике. Ну как вырос? Как он вырос, мне не понравилось. Васечка, Васечка, Вась. Ну, за столько время и сколько он съел, это, друзья мои, вообще, как сейчас, наверное, сказали бы ни о чем. Даже реально сложно сказать, сколько он сожрал. Но почему-то ест он очень плохо и дальше ест все хуже. Вернее, на том же уровне, что и в 6 месяцев, что и в 8. В общем, смысла дальше держать вообще нет никакого. Все, Васька. Все. Пока. Да, я, ребята, вам дальше показывать не буду это. И сама не смотрю. Смотрю уже только, когда готовое принесут. Процедура не из приятных, смотреть там нечего. А вот еще по поводу генератора хотела сказать и рассказать, что мы купили генератор. Я уже в одном видео показывала его процесс установки. Да, вот установили в этот угол гаража, здесь, где трактор стоит. Вот такую выхлопную трубу муж сварил. Он дизельный. И воняет тут не слабо. На самом деле мы еще даже им, в общем-то, не пользовались ни разу. Я-то точно еще даже не знаю, где и как, что включается. Все стали спрашивать за его цену. Почему такой купили? Надо было бензиновый. Ну, мы выбирали долго. И, в общем-то, сами знаем, какой нам надо. Нам нужен был дизельный, трехфазный. Вот такой. Сколько, Олег, он этих, как, ампер или киловатт или чего? 12. В общем, нам хватит для того, чтобы как минимум работали поилки. Ну и телевизор у меня дома. Хотя телевизор не главная деталь. Естественно, мы купили его для животных. Для того, чтобы они не остались без воды. В общем-то... И этот генератор 270 тысяч обошелся. Все спрашивали за его цену. Единственное, радует то, меня сейчас, ну, во-первых, что он есть, а во-вторых, то, что на него имеется субсидия. Да, сейчас соберу все документы, и как раз, да, по-моему, до 10 февраля нужно их подать. Комитет ВПК и Минсельхоз, ну, собственно, не знаю, с какого бюджета, будет субсидия в размере 50%. Так что очень хорошая поддержка для нас, ну и для всех других фермеров, которые приобретают на генераторы 50% скидка для возмещения, но не более 1,5 миллиона рублей, даже 1 400 000 с чем-то. Вот. А на трактора, смотри, новые ставки пришли. Остались прежними также 35, ну и на всякое разное навесное. То есть покупаешь за свои деньги полностью и потом получаешь возмещение в течение года. Вот. Да, вы, наверное, еще подумаете, что у него тут в гараже за свалка мусорная лежит. Это не свалка. Он вот из того угла, где сейчас стоит генератор, переложил все сюда, не поленился. И сказал, вот это все мне нужно. Это моя ценная куча. Здесь ценное железо. Я твою кучу расхваливаю, Олег. Ценная. Ценная? Вот. Ты не забыл сказать, что ценная.
Почему у тебя опилки всегда черные? Что у тебя из трактора течет? Почему здесь все так это? Что-то сломалось опять? Что-то сломалось в тракторе? Что все вот течет? Ну ладно. Петушок все поет. Дверь, что ли, открыта? Так громко слышно. Ну да. Единственное, что у нас... Не единственное. Но чего у нас нет, так это приличного курятника. Я уже жду, когда он вообще развалится. Чтобы муж занялся постройкой чего-то нового. Да, курочки вышли гулять. Так они вот там сидят. Там, где кормушка. Это строение еще с тех времен, может, наверное, 20-летней давности, когда мы сюда приехали и начали строить дом. Вот. Еще никак развалиться не может. Доброго слова уже не стоит. Но курочки там живут, не жалуются. Яички несут. В общем, планов громадье. Всех их как бы успеть освоить. На все нужны средства. Ну и по поводу самых ближайших планов, что я вам дальше тоже покажу. Мы приступаем к ремонту пола в доме, в большой комнате. Для этого нужно все вынести. Все, что там стоит. Ну и будем стелить ламинат. Да, покушались на паркет, но что-то оказалось... Слишком круто. По 5-7 тысяч за метр. Решили. У нас нет 250 тысяч лишних. И поэтому остановились на ламинате. Хорошего качества выбрали. И будем стелить его. Так что, друзья, оставайтесь на канале. Смотрите. У меня не только про животных. Ну и много еще чего интересного можно увидеть. И даже как муж пироги печет. А на этом всем пока.